Итак, ребята, всем привет. Сегодня у нас второй день приключений. Мы снова на поиске, да? Да. Значит, мы учли все ошибки вчерашние. Что делали неправильно, что делали правильно. И мы сейчас отправляемся снова на поиски маточника, чтобы его как следует шатануть, да? Влад, да? Расскажи, вот что у тебя там изменения сегодня какие? Что ты? Сегодня у меня секретное оружие. Ага, это что такое? Это короткое ружье Омер для охоты в камышах. Ага. Плохой видимости, хорошо накачано. Надеюсь, что сегодня мне из него придется стрелять. Ага. Не по мелочи. Да. В свою очередь хочу, ребята, сказать, что Бухладеш объявляет специальный приз как лучшему подвоху Урала. Вот. Это будет специальный приз от базы Бухладеш и Сухорукова Алексея. Я думаю, вы поняли, что это такое. Да, ребят, мы приятно удивим. Тот, кто поймает самый большой трофей, получит специальный приз. Ну а пока мы погнали вперед! Это у нас, это тоже участник нашего соревнования, у него фальстарт был. Штрафное очко. Уходит зрительный зал. Да, да. Ну и что ты там пострелил-то? Линяш-то? Я пострелил килограммового. Ну давай подойдем с ними, что посмотрим. Как вы думаете, ребята, Александр сможет у нас победить с линем с килограммом в наших соревнованиях, нет? Нет. У нас до 3 килограмм это мелочь. Это пристрелка ружья была. А, пристрелка ружья. Это все на свой знаменитое ружье Пеленгаз, да, ты взял? Да. Вот, значит, с той стороны мутно, ага. И вода высокая. Но воды всего свободной, 2 метра как бы водоросли. Поэтому слева бесполезно ходить. А вот здесь вот перспективные. А тут плавни. Водорослей нет, да? А, плавни есть, плавни, да? Да, перспективные. А водорослей тут нет, да? Водорослей здесь вообще нет. Вот тебе видно, что здесь вообще нет водорослей. Так, вот здесь вы, конечно, приехали, вот вообще ни к чему так-то. Так-то. Денис Владимирович, вы немножко ответьте, пожалуйста. А то мне. Я только пришел к этим водорослям. Перспективным. Все, в общем, отправляемся в воду. Сегодня сейчас попробую поснимать под водой. Ребят, посмотрим, что удастся, кому что взять.
Соревнования закончились. Ну, вот. Значит, не обошлось без трофеев. Да? Влад, да. Покажи, да. Вот что. Отлично, слушай. Вот. Вот. Значит, это. Рыба есть, да? Рыба есть, да. Рыба. Но вот смотри, какой хвост торчит у нее изо рта. Он, видишь? Съела кого-то. Вон, да. Она съела. А ты вот так животом прямо нажимай туда, пускай выходит. Она обратно ее заглатывает. Вон, 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 вон. Другую щуку. Другую, видишь? Щуку, смотри. Нифига. Осторожно, зубы. Вот, в общем, отохотились нормально, можно сказать. Ребят, ребята, только у меня такой вопрос. Кто пристав выиграл-то? Кубок-то, кто выиграл кубок-то? Кубок выиграл. Дружба! Итак, ребята, вот закончились наши соревнования. Как уже кто-то говорил, победила у нас дружба, так как вес этих изопряжек в районе 7 килограмм всех состоялся. Поэтому я принял решение, что, ну, как бы, буду немножко по другим критериям судить. И поэтому я решил, значит, отдать приз за самый лучший рассказ. Вот. И самые лучшие впечатления, которые были вот в этой охоте у нас. И за приз за самый лучший рассказ получает у нас Влад. За свою рыбу-луну. Вот. Это специальная гламурная заряжалка безопасная. Нужно. Вот. Это Алексей Сухорубов у нас делает тоже подвох такой. Спасибо. Вот. И вот от, так сказать, от Бухладеш тебе такой. Спасибо. Вот подарок. Это ну вот, а это счастливая заряжалка, все, кто ее имеет. Кстати, у меня тоже есть. С
стреляют рыбу. И много, и крупно. Так что лови. И вот, пускай тебе, как говорится, это чистой воды и крупной рыбы. Ну, такие вот были у нас приключения, значит, на базе отдыха Бухадеш. Все подписаны на канал. Если есть желающие, обращайтесь в личку по поводу рыбалки и отдыха в замечательном городке Хвалынск. Все, до новых встреч, ребята. Удачи! Пока! Пока-пока!